Детская новая волна – это праздник музыки. Это место встреч юных артистов со звездами. Но главное – это конкурс. Поэтому давайте освободим эту сцену нашим юным конкурсантам. Второй конкурсный день детской новой волны 2019. И готовится к своему выступлению представительница Армении Карина Игнатян. Есть, конечно, немного волнения, но я с ним справлюсь. Я могла бы и лучше выступить, поэтому во втором конкурсном дне я постараюсь покорить жюри. Артек, вы большие молодцы, вы меня очень сильно поддержали. Спасибо большое. Насколько я заметил, даже члены жюри сейчас бросились в пляс. Давайте послушаем мнение одного из наших легендарных членов жюри. Лев Валерьянович Лещенко. Пожалуйста. Карина, ты умница. У меня такое ощущение, что с тобой вместе пела сегодня вся Армения. У тебя было очень тонкое, прекрасное, чувственное исполнение народной песни. И самое прекрасное то, что ты сегодня добавила значительно. Привет, Армения! Мы очень любим твою страну.